Так, приехали, ребят, в Citroen. Сейчас посмотрим, что тут за тачечки. Вытираем ноги. Citroen-чики. Тачечки. Что у нас интересного? Так, цена непонятна. Тут же на номерах. Номера блатные. Ну, у вас же... Что вас интересует? Добрый. Давайте, что вы нам... 570-580. О, почти на халяву. Ну, почти подивимся. 570. А скільки ждать надо? Якщо, скажем, це буде виробництво лютого, машина буде десь орієнтувала, я вас орієнтував десь на березень, кінець. На березень, да? Так. А яка там комплектація? Що там, дизель? Середня комплектація, це бензиновий мотор 1.6 на 115 кінських сил. Ага. 1.6, да? А що економічно, є щось під таксі? Під таксі? Да. Ну, це є бюджетний седан, то, що можна вам запропонувати. Скільки він буде хавати? Це 1.6 там, да? Вам, ви плануєте перевод на газ? Да. Якщо ви плануєте перевод на газ, то орієнтуйтесь десь. В розхід по газу буде в районі 8,5-9. То кажуть, які то є економічні там вони, оці, що під таксі беруть, да? Там 1.2, нема таких движків? Знято з виробництва. Знято, да? В 1.2 про постійний двигун можете забути. Вже тільки 1.6, да, стався? А це оце таке і буде він, так? Да? Це новенький, так? Да? Ану, спередка. То пацани питають, каже Саня, піди подивись, там у вас, каже, все робить. А скільки це в доларах виходить? А чому ваш долар? Підкажіть його. Ну хай 40 буде. Ні? Менше? Десь в районі 14. 14? Чи 40 не є він? 14 з хвостом. Хороший варик. Хлопчики, ну я вам должен сказать, что яркий такой Citroen-чик, как вы говорили, хорошая машинка внутри. Интересная. Торпеда, вот говорит, цельная, не скрипит. Сразу магнитик идет под такси, да? Вот тут же, видите, тут же кондер, тут уже интересно сделано, не так, как в Рено. Можно, да? Кондер. Видите, вот тут уже цифровое такое табло, магнитофончик. Ну, красиво реально смотрится, реально красиво. Тебе нравится? Место нормально впереди? Тут как бы, ну, все, обычная ручка, двери. Вот. Посадка удобная, дверь широкая. Мне, ребят, нравится Citroen. То, что надо. Расчетом брался на... Светится все. Так, это не то. Это тут где-то громкость, да? Да. Где на тут? Ага. Вот. Все, знаешь, что... Ну, тут, скажем, теплейше, холоднейше, интенсивность облачка. Ну, кто-то без этих крутилочек... Ну, да, да, уже поновее да. Уже, да, цивильненько, конечно. Стеклоподъемнички, подстаканник, видите, удобно. Для такси вообще удобно так. Ручничок, коробочка, мешалочка. Ну плюс расход, ребят, не забывайте, что тут расход будет небольшой. А ну что тут мягенько все? Да, это что, пушка-ракета. Все мягенько, удобненько. Хлопцы, посмотрите, сколько сзади места. Тут просто вайлом. Я не знаю. Это, конечно, не соната, но я вам скажу, что место, посмотрите, ну просто дофигища. Сейчас я сяду. Пацаны, вот Санечек уселся. Видите, ну место реально вайлом. Есть чем дышать. Тут втроем будет очень комфортно. Туннель тоже небольшой, видите. Здесь вот стеклоподъемнички. Подстаканничек есть. Удобненько, подголовнички небольшие. Вот отсюда вид. Багажник, кстати, с ключа можно открыть, пацаны. Посмотрите, какой он здоровый. Ну, реально, он огромный. Просто таких, как я, можно двое загрузить сюда. 560.
500 сколько? 506 литров, ребят. Ну реально он огромный. Видите, он тут окультуренный, все чётенько. Дуги, конечно, есть, но я думаю, это не беда. Без них никуда. И вот вид сзади тоже красивый. Фонари такие матные. И это уже запасочка здесь лежит, машина уже на газу. На газу, да. На газу уже машинка. И тем не менее, хватит вам сюда загрузить, я не знаю. Что на море поехать или куда-то. Что людей отвезти, пару чемоданов кинуть. Изи. Хлопчики, кто побогаче? Вон, смотрите, машиночка такая. Как паркетничек уже похоже. Диски красивые, смотрите. Тут и спереди, и сзади уже тормозные диски, да, стоят? Колесики. Вот тут мне нравится, тоже зеркала красиво выглядят. Прикольненько, молодежно. Малому он нравится. И тут, видите, такие как... Внизу как бивни, чеклыки, чешону. Синенькая тоже прикольно. Парктроник, да? Ну, парктроник тут такие на зиму зимово решит. Ага. Для того, чтобы снег, лед, да? Вот это класс, конечно. Да, да, да. На картонку липы. Мы привыкли, таксисты, да. Так, и сзади давайте покажу вам. Ну, это максимальная комплектация, ребят. Поэтому такая цена. Я думаю, если бы была комплектация трошки дешевле. А можно багажник, да, как-то открыть? Ну, там просто гумов же клиент. Вот, видите, тут как разложенный будет выглядеть багажник. Тут вообще. Короче, картошку тёще отвезёте 100%. Тут такие, как ниша, да? Идут. Да. Там что-то. Это же согласен. Инструмент. Ага. Ну и с той стороны просто какие-то дребные еще тоже послала. Для мелочей, да? Такое. Камерка, видите, уже есть. Ух. Да я бачу. Так, пацанчики, смотрите, тут уже нарядно вообще. И сидушки какие. Интересной формы. И карта дверей. И внутри, и панорамная крыша, та пушка. Пацаны, еще вот это открывается, короче. Еще можно девок сюда, чтобы выглядывали, кричали по дороге. Руль тоже такой интересный. Экранчик какой же. Ну, машинки, я вам должен сказать, такие более вот молодежные, понимаете, не для пенсионеров, они имеют вид. Не такое уж рубленое, знаете. Взять ту же Сонату, вот она уже устаревшая, какая-то рубленый вид имеет всего. Здесь оно все какое-то прикольное. Добрый вечер, мы из Украины. Зеркальце, все дело. Такую машинку можно было бы за 730 взять. Представляете? В бедной какой-то комплектации. Вообще пушка. Мне она даже больше нравится, чем Дастер. Так, вот, ребятушки, какую дали мне бумажечку, собственно, в Ситроене. Вот, видите. Стоимость автомобиля. Комплектация. Что здесь имеется. Поставьте на паузу, почитайте. Кому интересно. Вот. И это, я понял, цена постановки на учет, как я понял. Вот. Потому что там же еще налоги платятся, когда первый раз ставишь на учет. Такие, ребят, делишки. Двигатель, видите, 1.6. Механика, автомат. Цена тоже отличается, видите. Евро 5. Бензин, что-то. 585 тысяч 400. И 649 тысяч. 600, по-моему. Вот такие, ребят, дела. Вот. Так, ребзя, всем привет поближе.
Давайте вкратце по Citroen, Citroenчик CLZ, да, который я рассматривал под такси, который вы мне все писали. Значит, движков маленьких, как я понял, сейчас нету в наличии, и не знаю, будут или нет, есть 1.6. Как сказал менеджер, да, который продает эти машины, что будет хавать где-то 8,5-9 литров. Как-то так будет такой расход. Не знаю, насколько это правда. Может быть, вполне и правда, потому что двигатель все-таки новый. Я думаю, что нового плана стоит. Дальше. Что понравилось в машине? Во-первых, простота машины понравилась. То есть, это, в принципе, ну, простая машина. Тут же Lanos, да? Коробочка ручная. Двигатель 1.6, как вот у меня на Lanos стоит. Просто, я думаю, модифицированный. В общем, простота машины. То есть ремонтировать в случае чего, я думаю, будет просто. Дальше. Второй момент. Удлиненная база. То есть сзади пассажирам сидеть будет просто супер. Огонь. Если еще туда чехлы какие-нибудь кинуть, дермантиновые, красивые, да, там будет вообще, мне кажется, топ. И спереди, и сзади, если чехольчики одеть. Что еще? Какой момент хотелось бы отметить? То есть места в салоне предостаточно, особенно сзади. То есть это бросается в глаза, ты садишься и видно, что места хватает. Второй момент, багажник. Он реально огромный, здоровый багажник. Туда можно запихнуть, я не знаю, все, что хочешь, можно запихнуть в этот багажник. Третий момент, то, что понравилось, это уже такая, такой более новый кондерчик, да? То есть и... машинка такая, более такая, знаете, она вроде бы и сдержанная, но более такая молодежненькая, красивенькая. Впереди вот эта торпеда выделяется, то есть это реально красиво. Ну и плюс то, что вот в белом цвете, я так понимаю, что белый цвет это бесплатный цвет, смотрится она реально хорошо. Массивные пороги, уплотнитель на дверях двойной и так далее и тому подобное. В общем, мне машинка в принципе понравилась, и плюс-минус цена на нее... Если взять с тем логаном, получается трошки дешевле, да, на какие-то копейки там. Вот такие, ребят, делишки. Но смотрите, что в логане там же есть мониторчик, типа, тут нету его. Это, короче, на любителя, ребят, я вам так скажу. Кому-то, кому-то. Напишите свое мнение, годится ли эта машина под такси с таким движком, в частности, 1.6. И может у кого-то есть такая машина, может с другим двигателем, как вы работаете, в какие вы попадаете, собственно говоря, комфорт катаете, не катаете, какой расход у вас, все это очень интересно, как динамика автомобиля. А, кстати, расчет по кредиту, где-то здесь вот повыплывают окна, то, что мне скинули, я вам также выставлю, посмотрите. Всем, ребятушки, добра, бабла, позитивчика, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка на ваш автомобиль, залетайте по ссылке в описании, по моему промокоду TAXICOOL21, вы сможете сделать себе страховочку с 10% скидкой онлайн, любую, какую захотите, сам там делаю, ребят. Всех обнял до хруста, мирного неба над головой и хороших клиентов. Пока-пока, до новых встреч, катайтесь, не ломайтесь.